Система здравоохранения – одна из важнейших артерий жизнедеятельности любого муниципалитета. Ленинский район может по праву гордиться своими медицинскими учреждениями. В них трудятся высококвалифицированные специалисты, которые заслуживают высоких оценок в работе. Так и поступил глава Олег Хромов, который приехал в Видновскую больницу, чтобы наградить сотрудников здравоохранения почетными грамотами. Благодаря хорошей погоде чествование проходило на свежем воздухе. Я хотел бы вас также поблагодарить, вручить вам благодарность, небольшой букет цветов. Спасибо и создать хорошее настроение. Спасибо вам. Спасибо. Награду заведующая районной поликлиникой Марина Спиридонова в этот день получила не только из рук главы района, руководителя организации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания. Вручила ей нагрудный знак за содружество. Это значит признать мой труд добросовестный, многолетний в этой системе здравоохранения. Я сразу после окончания института еще сюда пришла. И, конечно, труд моего коллектива, поликлиники, больницы, потому что без них мы бы ничего не сделали. Вот что это значит. Как бы это, конечно, очень приятно, и будем пытаться соответствовать такой награде. Далее Олег Хромов отправился в детский сад «Журавушка». И вновь, прямо на улице, он наградил еще одного активного и трудолюбивого работника социально важного учреждения муниципалитета. Людям очень приятно, мы выражаем слова им благодарности, потому что каждый из них вносит достаточно большую лепту в социально-экономическое развитие нашего района. А многие из сегодня награжденных являются активистами, которые имеют очень открытую, активную жизненную позицию. Ее выражают достаточно открыто и прямо, а это помогает нам решать многие вопросы. В своей деятельности заместитель заведующий детским садом «Журавушка» по воспитательной работе Евгения Лагойда отдается на все 100%. Для нее дети – главная ценность в жизни. Потому что сама мама, у меня ребенок, и мы живем для детей. Пытаемся вложить в них самое лучшее. Может, чего-то, что у нас не хватало, и свои родители там не дали нам. Сейчас мы складываем это все в наших детей. В этот день почетные грамоты из рук главы Ленинского района получили еще несколько самых выдающихся работников муниципалитета. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Евгений Садовский, Видное ТВ.